Так, всем доброго утра. Находимся мы в Португалии и находимся мы в регионе Сесимбра. И сегодня мы двигаемся своей дружной командой для того, чтобы изучить местные виноградники. Сейчас мы вам покажем один виноградник, который находится на этом полуострове на золотых песках Сесимбры. Насколько мы понимаем, он тут единственный, поэтому начнем мы с него, но и продегустируем абсолютно все виноделия, которые находятся в Португалии. Это наша первая вылазка, и сейчас мы вам покажем, что такое виноградники полуострова Сесимбра. Так, сейчас мы прибыли на винодельню, и называется это винодельня Бакайова. Очень трудно произносится, но, поверьте мне, после первой же бутылочки вина она произносится гораздо приятнее. Пока попробуем без вина. Бакайова. То есть это винодельный регион, и сейчас мы немного больше узнаем об этом. С чего тут все начинается? Значит, смотрите, это вход. И вход, конечно же, сделан по принципу винного ресторана. Здесь такие винные столики. Все это оформлено, я бы это назвал, в японском стиле. Когда люди дегустируют вино, смотрите, что они видят за окошечком. Они видят вот такой сад камней. То есть замечательный сад камней. И, в принципе, все, что на этом заводе производится, выглядит вот в таком виде. Что интересно, что каждому по карману здесь. Самая дешевая бутылка вина, которую я обнаружил, евро 50. Самая дорогая, которую я увидел, 180 евро. То есть и для богатых, и для бедных здесь есть только разделение. Вот там дегустируют богатые, здесь бедные, и между ними каких-то несчастных там три шага. Значит, мы будем делать дегустацию вина с таким прекрасным видом на сад камней. Пробежимся по обзору с этой стороны полка, которая представляет вины этого региона, который они производят. Здесь более дорогие вины, как я говорил, не только вины, да, здесь можно видеть коньяки, например, и более недорогие. Так, значит, смотрите, нам предложили на нашем бусике прокатиться по винодельне. Это эксклюзивная возможность, потому что они думали, что у них большой бус. Но когда они увидели наш большой бус, они сказали: мужики, вам комфортнее будет на вашей электричке по нашим винодельням. Так что экскурсия не совсем мрачная, то есть мы не так много будем ходить, еще немного поездим на своей машине. Но в самом деле 6 километров, по-моему, это перебор по винодельне колесить. Значит, смотрите, что мы здесь видим. Мы видим здесь оригинальный дворец, который здесь находится. И вот эта вот винодельня, и все, что здесь находится, это раньше принадлежало королю Португалии. Потом у короля Португалии были финансовые затруднения, и он продал все это индийскому королю. И это было владение индусов 400 лет. Много семей владело, и только в 905 году у португальцев нашли средства выкупить это королевское владение обратно. Что интересно, если вы хотите посмотреть ажулежу, уникальную плитку, то нужно ехать смотреть не в музей, где вам показуху делают, а вот здесь, в оригинальном варианте. Здесь самая большая коллекция из расцовой плитки ажулежу. И здесь можно видеть орнаменты индусов. То есть, как утверждают экскурсоводы, именно индусы задавали тон, стиль и дизайн коллекции ажулежу, которые распространились дальше по Португалии. 400 лет владения дали о себе знать. Вот так выглядело оригинально это поле, и оно с тех пор не менялось. Бакайова называется корпорация, название вина, и вот таких замков 6 по всей Португалии принадлежат этой корпорации. Они занялись тем, что на те деньги, которые они зарабатывают на транспортировке вина, а только с этого поместья 6 миллионов литров уходит в год. На эти деньги они выкупают традиционные свои поместья, восстанавливают, и на них производится вино. Это же логично, что в таких поместьях и должно быть хорошее вино. Но самый прикол в том, что они следят за архитектурой, они следят за историей, и деньги вкладывают туда, откуда они должны быть. Поэтому Бакайова, винодельня, это действительно национальное достояние. Понятно, что каждый будет утверждать, что их ажулежу была первая и лучшая, но в этом случае это нельзя трогать руками, потому что около 400 лет этой плитки, она стоит здесь под открытым небом, ну, под легким козырьком, и это индийский стиль. То есть это индусы привели сюда
роспись вот эту, и, честно говоря, орнаменты индийские просматриваются. Вот вам наглядная жулежу, как она выглядела. И эти символы, они действительно индусские. Под открытым небом они хранятся более 400 лет, и ничего с ними не происходит. Оригинальные, никаких других образцов здесь в поместье нету. Смотрите, что интересно, когда вы покупаете вино, даже здесь на винодельне, здесь есть место, где она производится. Например, здесь мерлот и вся линия сорта винограда мерлот. Поскольку мы приехали вне сезон, то мы не можем видеть, как выглядит виноград и чем он отличается. А здесь экскурсия предлагает попробовать вживую виноград, и чтобы вы понимали, чем отличаются сорта винограда именно по вкусовым рецептам. Потому что нет невкусного вина. Есть вино для определенных ситуаций и на определенный вкус, на любителя, скажем так. На моей спиной 7 гектар виноградной роскоши. И этот виноградник, он разбит так, как разбит любой индийский сад. То есть можем видеть вот такие вот башенки молитвенные. Их на каждом углу стоит молитвенная башенка. И вот это все благоухает в винограде. А вот этот маленький домик, он назывался птичий домик. И он должен был для чего? Вот там шумная резиденция. И за моей спиной 16 века огромный замок. И у любого правителя есть свита. И шумоизоляция, понимаете, во всех замках она очень плохая. И любой махараджа хочет нормально отдохнуть. И как решалась проблема шумоизоляции в Индии и в Португалии в 16 века? Делался отдельный дом, туда шел отдельный правитель и там отдыхал. Вот это и была их шумоизоляция. Потому что отдохнуть нормальному солидному человеку нельзя, к сожалению, в замке. Вот насколько было сложны шумоизоляционные решения в 16 веке. Находимся в Португалии, но, к сожалению, вынуждены говорить, что здесь был индийский махараджа. И вот это та самая аллея, про которую он прогуливался. То есть это обзорная аллея, поскольку он махараджа, он должен был тоже иногда и следить за рабочими, то для удобства он шел по этой аллее и видел каждую лозу, и видел каждого человека, как он работает. То есть это фактически такая аллея надзирателя. Если рабочий чем-то был недоволен, добраться до махараджи так легко, с тяпочкой какой-то, конечно, он не мог, потому что здесь есть такой ров. Однако это такая контрольная площадка, где человек мог прогуливаться, нюхать замечательные растения, которые здесь посажены, благоухающие, слушать пение птиц, как мы делаем сейчас, и заодно поглядывать за своими рабочими. Очень удобная рабочая площадка, между прочим. Это первый символ королевской династии. Он является копией, к сожалению, не оригиналом. То есть изначально поместье, конечно же, было португальское, и до того, как оно стало индусским, то есть вот символики этой свыше 400 лет. Ну, а дальше, конечно же, махараджа после того, как погулял, ему нужен был дом для развлечений. За моей спиной дом для жен. То есть в этой части располагались жены махараджи, висели занавесы. Бассейн здесь глубиной 2 метра. А вода, конечно же, из горных источников. Она менялась здесь периодически. И понятно, что здесь довольно жарко. И махараджа любил здесь развлекаться со своими женами. Да, в Португалии тоже были гаремы, потому что индусы 400 лет жили здесь по своим законам. Вот такой вот дом для жен махараджи. Так, сейчас мы оказались в этом доме для жен. То есть вот здесь должны были дожидаться жены своего хозяина. И здесь из ажулежу, из росовой плитки, один из самых древнейших, это герб индусский. И ему порядка 400 лет. И вот в этой комнате вся плитка, которая есть, есть эксперты, которые могут оценивать плитку, они оценивают эту плитку в 2000 евро за 30 на 30 сантиметров коллекцию. Потому что, во-первых, она уникальна. Во-вторых, это самая старая плитка, которая, ну, научно доказана ее возраст. Вот в этой части можем видеть, она подверглась нападению вандалов в свое время. Но, тем не менее, это индусские мотивы. Это самая дорогая плитка. 30 на 30 стоит 2000 евро за штуку. За моей спиной еще одно уникальное растение. Этому дереву 1200 лет. И это подтверждает спектральный анализ, который сделали здесь на этом поместье. То есть индусская семья управляла этим поместьем более 400 лет.
А это дерево, которое вот как бы невзрачно растет у дороги, вот оно имеет возраст 1200 лет. Вот так оно выглядит. Если вы действительно приезжаете в Португалию, и, например, мы строители, нам очень интересно по-настоящему увидеть строительные архитектурные формы, какие-то нормы строительные. И мы, разумеется, занимаемся кафельными работами, плиткой, и нам очень интересно узнать вот про эту плитку. Местные называют ее жуляжу, что в переводе на нас попросту и обозначает плитка. Жуляжу – это плитка, просто с португальского. И здесь надо понимать технологиями, которые была уложена эта плитка, которая была приклеена, зафугована, и глазурь, которая на ней была отделана. То есть были мастера, которые делали работу свою так, что эта плитка стоит по 400 лет и больше. Это очень хорошо. То есть если мы посмотрим на отделку 400-летней давности, например, вот она является оригинальной, да? То есть ей делали цоколь по понятным причинам, удобнее мыть и так далее. И вот дворец Махараджи 400-летней давности, он не был отделан плиткой. И состояние дворца, вот опыт жизненный показывает, оно хуже, чем состояние парапета. Именно это навело на мысль, в свою очередь, португальцев, а на эту мысль навели спорный вопрос, не то индусы, как некоторые утверждают, не то мусульмане, то есть арабский мир. И это защитило их фасады. Смотрите, какая необычайная влажность здесь. Здесь все в плесени, все в мху, все цветет, все пахнет. Здесь урожай отлично собирается несколько раз в год по причине большой влажности и тепла. И плитка, как в ванных комнатах, с санитарной точки зрения защищает наше с вами жилье, так и фасадные части зданий защищает плитка от влаги. Поэтому дворцы, которые не обложены были плиткой, сохранились гораздо хуже. Вот реальное поместье, которому больше 400 лет. Я имею в виду без французского сада. И здесь было сделано, ну, уже, конечно, не 400-летней давности, но здесь была восстановлена копия Версальского сада, тот, который эталон для всех садов. И в этом поместье решили, что вот этот рисуночек, он легко узнаваемый, что неплохо было бы его здесь повторить. Это был бесхозный неплохой двор. И 100 лет назад здесь сделали вот этот вот действующий Версальский сад. Выглядит, по-моему, изумительно. Тоже еще одно место для релакса. Так, погуляли мы по этому замечательному саду и заходим внутрь. Так, сейчас мы переместились в само поместье. Это фотография Катарины. И здесь ей посвящена целая экспозиция. Вот так она выглядела. Катарина, на самом деле, была супруга португальского правителя. И Катюша была известна тем, что она при английском дворе вела первую церемонию 5-часового приема чая. Вот этим она гордится. Представляете, тетка как загнула. 5 часов пить чай. И здесь есть винная коллекция, которая посвящена именно ей. Потому что прикол этой винной коллекции в том, что здесь есть все сорта винограда, которые выращивает эта винная компания. Они здесь все заложены, и их трогать нельзя под замком. Так, ну что ж, гуляем мы по этому дворцу, и что мы здесь узнаем? Недалеко отсюда была церквушка, эта церквушка была истинная португальская, и были, конечно же, религиозные конфликты, мусульман с христианами они были, к сожалению, всегда, и была разрушена до основания самая древняя церковь. И вот та плитка, которая здесь есть, она тоже примерно датирована 400-летним возрастом. Но уникально в том, что на этом изразце отпечатан лик мэра того города и его супруги. И именно они построили эту церковь, но, видимо, там что-то пошло не так, и эту церковь разрушили. И эта плитка считается самой старой плиткой в регионе. И здесь уже идут споры о том, что она не является, например, индусской плиткой. То есть это символика не индуизма. Здесь уже есть золото, которое не использовалось, например, при индийской росписи. И эта плитка тоже своего рода уникальное собрание. Сейчас мы находимся в уникальной картинной галерее. Эти все картины, они не копия, они являются оригинальными. И мы можем видеть, как выглядел традиционный португальский стиль. Выглядел он именно таким образом, что все было покрашено в черных, темных тонах полуночных. Ну, вот такой он португальский стиль. Не знаток, какой есть, такой есть.
На этом месте была римская деревушка старинная, и поскольку это архитектурный памятник стены, архитектурный памятник страны, здесь ничего не красить, не белить, не забивать даже гвоздя нельзя без разрешения. Но когда были проведены необходимые технические работы, был найден там фрагмент статуи, вот это вот кабанья голова. Они были найдены на месте древней римской деревушки. Также здесь были на месте найдены вот эти замечательные амфоры. Они являются оригинальными, в идеальном состоянии. В них хранили раньше вино и подавали на стол. Еще было найдено кубки для распивания вина. Они находятся также здесь. Это все вещи в этой комнате находятся оригинальные. Ребята очень рискуют, кстати. Следующая интересная экспозиция, она посвящена, как ни странно, да, независимости Бразилии от Португалии. Все мы знаем, что Португалия была агрессивная колония и под собой держала весь мир. Здесь уникальная штука, это все выдолблено из куска мрамора, и это просто уму непостижимо. Вещь является оригинальной, я просто представляю, насколько это искусная работа. Также здесь мы можем видеть, я не знаю, ну, умопомрачительную работу, связанную с медью, да, это отливка плюс чеканка. Также мы можем видеть сумасшедший вазон, действительно сумасшедший, но и скульптуры, которые сделаны в технике ажулежа, то есть изразцовые. Также резьба по дереву, но это больше такая индийская традиция, ну, она не ошеломляет, но вот этот экспонат, ну, просто сводит с ума. Ну что ж, ребят, наши предположения подтвердились, это казалось правдой. Когда мы задали, а экскурсовод нормальный паренек такой, ну, без понтов, музей ажулежу, который находится в Лиссабоне, и та коллекция, которая в этом винном дворе, они сказали, что половина коллекции, которая висит на стендах, была привезена именно отсюда. То есть она является собственностью этой семьи, но находится в музее ажулежу. Таким образом, у вас есть замечательная вещь. Если вы приедете в Сесимбру, то вы убьете одним выстрелом двух зайцев. Вы посетите и посмотрите истинную коллекцию из ростовой плитки ажулежу, да? И побывайте на винодельне. А сейчас мы перейдем вот к этой замечательной вещи. Вот так выглядел последний португальский монарх. Последний португальский король был художником, как ни странно. И он любил рисовать. Это подтверждение того, что поместье принадлежало ему, когда он здесь отдыхал. Он вырисовывал вот эти вот мотивы. Здесь есть фотография, где он с палитрой. И вот тот самый замочек, в который мы сюда входили. Он тоже расположен здесь. А вот так выглядел настоящий португальский монарх. Он отказался от своего правления ради своего народа в пользу республики. Отказался по своим личным убеждениям. Владимир Владимирович, намек вам. Ну что ж, друзья, я заскочил в библиотеку последнего правителя, и я хочу здесь испытать такой определенный фетиш, потому что я обожаю запах книг. Я не говорю, что я люблю читать, ну, конечно, читать любит все, но мне именно нравится запах книги, и здесь круглая библиотека, которая находится, здесь голос слышится совершенно по-другому, и здесь в оригинале те самые книги, которые лично слюнявил, перелистывал монарх. Это все в оригинале, в открытом доступе. У него есть своя коллекция. На каждой полочке есть обозначение, какого века книга. На португальском языке, разумеется, он читал. И они были богаты действительно на свою литературу. Своя литература у них, у португалов, была всегда. Жалко, камера не передает запахи. Это такой кайф понюхать здесь запахи разных вин. Разные соцветия разных цветов. Здесь разные цветы растут, разных цветов и разных ароматов. И когда ты гуляешь по замку, здесь специальный влажный и вентилируемый режим, и ты просто наслаждаешься вот этим. Блин, я, пожалуй, очень прошу вас посетить это место. Тоже уникальная комната, она вся в черных тонах. И Португалия не воевала, как мы знаем. В Португалии не было Второй мировой войны, но Португалия хочет иметь к этому отношение. И комната говорит о том, что они помогали сопротивлению. Не совсем понятно, каким образом они помогали. Может быть, финансово, может быть, винишко подкидывали. Но, тем не менее, они говорят, что они вкладывали тоже свою лепту во время Второй мировой войны. Экскурсовод сказал эту заученную фразу, но не смог объяснить, как Португалия помогла во время Второй мировой войны. Не политика, но просто вот факт, который мы здесь услышали.
уже рассказывал, что владелец этой винодельни большой фанат вообще истории. И он узнал, смотрите на мою рубашечку, что королевским символом цвета является вот этот фиолетовый цвет. И все скульптуры, которые видно за моей спиной, выкрашены в этот цвет. То есть он преподносит это так, что это королевская кровь, вино, королевский напиток, и все, что возможно в этот цвет выкрасить, выкрашено. Далее, что сделает владелец? За моей спиной видны деревья оливковые. Этим деревьям по 2000 лет, и все эти деревья он выкупил после того, как узнал, что старый владелец продал участок, и это все было под снос. Он купил и все эти деревья сохранил, любовно привез сюда. Более того, вот это деревце, которое невзрачно растет здесь у лавочки, вот оно, видите, это дерево было привезено из Хиросимы. И это деревце, оно единственное, ну, одно из немногих, которое выжило после ядерного удара. И она есть в этом саду. Здесь целый огромный такой сад. Смотрите, я прохожу мимо двух колонн. И здесь в таких сеточках звуки. Это звуки джунглей. А сейчас, собственно говоря, сердце этого завода и первоисточник всех благ. Вот эти деревья, которым более 2000 лет. Смотрите, в каком состоянии. Теперь им дали здесь новую жизнь. А сейчас пойдем в первоисточник всех богатств, дохода этой семьи. При входе в завод, конечно же, есть музейные экспозиции, посвященные винам. И экспозиций очень много, но в нашу будут входить всего лишь две. Ну, в нашу экскурсию. Такой же большой королевский фанат без королевских интерьеров. А здесь собраны уникальные образцы мебели в стиле арт-нуво. И нам это сейчас близко. Мы как раз работаем в этом сейчас стиле и... Посмотреть вот эти вещи, конечно же, от первоисточника было бы не лишнее. Арт-Нуво предполагает, разумеется, вот эти комоды. В каждом комоде, там, в зависимости от комода, от 4 до 6 вариантов дерева, отделки. И здесь коллекция, грубо говоря, антиквариата в стиле Арт-Нуво. Преимущественно это Америка и Франция. Стиль арт-нуа, небольшой знаток, но, насколько я знаю, он, конечно же, распространен в Соединенных Штатах, а пошел он со времен французской выставки. И все королевские дома того года, ну, не могли жить без этого королевского стиля. И здесь предусмотрены все самые топовые вещи. То есть владельцы не поленились и скупили с выставок все, что было в арт-нуа, в этом стиле, всех топовых дизайнеров. То есть здесь рассказывать об этой коллекции нужен отдельный дизайнер. Это отдельная экскурсия. Сейчас нас просто, узнав, что мы работаем в этом стиле, запустили показать их новинки. То, что представлено здесь, это в большинстве единственный экземпляр, и можно видеть только здесь. Французская музыка играет в стиле французского дворника оформления. И здесь все топовые дизайнерские вещи в стиле арт-нуво. За моей спиной из Гоа привезенный дверной портал. Владелец также любит путешествовать, как и мы. И ему понравился этот портал, он решил его выкупить. Весь портал из тикового дерева, является оригинальный, и возраст его трудно определить. Ну что же, играя здесь песни Эдит Пиаф, и здесь можно видеть все, что относится так или иначе к королевским стилям, к королевским элементам дизайна. И экскурсия происходит по-королевски. То есть экскурсию не набирает больше 7 человек здесь, как правило. Все вещи являются оригинальные. До всего можно так в теории дотронуться. О каждой вещи можно подискуссировать. Нужно выбирать экскурсовода. На русском языке его, к сожалению, нету. Но есть на английском языке, и можно заказывать также тематические экскурсии, касаемо стиля, вещей. Но наша основная экскурсия была история винного дома. Следуем дальше. Интерпретация от нас. Мне кажется, что у владельца просто неплохо идут торговля вином, и он любит, коллекционирует все, что не попадет. Все, что так или иначе является королевским, неважно какой династии, какому году, какой стране, это должно быть у него в доме. Поэтому здесь 16 тысяч экспонатов, которые собраны с Анголы. Ангола – это Африка. И здесь ангольские маски, ангольские всевозможные аксессуары, они собраны здесь. И здесь можно просто ходить
и смотреть эту экскурсию. К сожалению, он говорит только на португальском, но если бы мы понимали португальский, то здесь есть экскурсовод, который бы рассказал нам немного больше об этой экскурсии. Так, здесь за моей спиной сейчас видно все статуи ангольских богов, которые здесь есть. Ну, там бог урожая, бог там любви, ну и так далее. Так, здесь такая инсталляция, это баобаб, да, классическое дерево, и хижина. То есть представлена хижина, как традиционно живут африканские народы, играет музыка африканских народов, и можно зайти в эту хижину и посмотреть, как здесь жили, были, из чего она отделана. То есть видно шкуры животных, соответствующие отделки. Очень интересно, что на шкуре можно было мех оставлять, а все остальное выщипывать, оставлять голую кожу, а мех, самим мехом, шерстью делать всякие интересные, редкие вещи. Вот тут они, собственно говоря, и представлены. Смотрите, как можно на шкуре быка было сделать такую вот как каллиграфию, что ли, да? Прикольно выглядит. Ну, то есть не лишний так разбавить настроениями. Разные настроения. Королевские, настроения арт-нова, африканские. И таких экскурсий здесь много. Страстный коллекционер, владелец. И у него есть все. Приезжайте. Ну что ж, мы эту часть экскурсии нашей тоже подходит к концу. Подводим итоги. Значит, владелец страстный коллекционер, и он провел какое-то время в Анголе. Этому государству особо понравилось. И с Анголы он притащил просто все символы, которые только возможны. Ну, человек может себе позволить. Здесь все символы, означающие добро. Это женщины, секс, дети, благополучие. А в этой части коллекции, как выяснилось, собраны все наши пороки. То есть это смерть, черное, несчастье, невзгоды и так далее. И человек из своей ангольской экскурсии привез все. Инь и янь. Похоже, мы добрались в Святая Святых. Это место, где так на этой винодельне производят только красное вино. И когда люди заходят в этот зал, им предлагают такой аттракцион. Если вы четко угадаете навскидку, сколько здесь бочек, одну из этих бочек вам подарят. Здесь 1001 бочка. Если будете здесь и вам зададут такой вопрос, теперь вы знаете, как выиграть одну бочку. Значит, не зря смотрели это видео, правда же? Вот так выглядит складик с бочками. И мне кажется, он очень впечатляет. Ну, мне кажется, здесь просто настоящий фетиш. Ты идешь около этих бочек, они все так немножко покрыты пылью. Здесь летают эти птички и огромные ангары просто с тысячами этих бочек. Это те бочки, в которых уже лежит красное вино. На каждой есть дата производства, когда их нужно открыть. Они все реальные бочки, они все заполнены. И здесь есть бочки, которые еще не заполнены. Для вида показывают, что бочка, в которой нет вина, выглядит именно вот таким вот образом. Смотрите, как интересно относятся к своей работе эти люди, которые производят вино. Молодое вино выдерживается в этом зале, где есть специальная влажность и где играет фоновая музыка, энигмы, григорианские хоры. И эта музыка создает определенную вибрацию. Вы, возможно, слышали про звуковые вибрации, которые создаются музыкой. И это вино дозревает здесь в такой обстановке в течение года. То есть вокруг есть оригинальные образцы плитки ажурежу, которые лежат здесь, они здесь собраны. И сюда люди приходят помедитировать. То есть в полной тишине здесь можно в полголоса пообщаться, выпить молодого вина, пока оно спокойно лежит и ждет своей очереди. Все вино, которое здесь есть, оно является молодым.
Здесь огромное пространство, где в полумраке вину противопоказан дневной и солнечный свет, громкий звук, и должна быть определенная вибрация и полное состояние покоя. И вино происходит здесь, вот этот процесс ферментации начальный. Смотрите, для меня этот символ, он очень интересен. Здесь на заднем фоне видно деревья, которым более 1000 лет, и за ними бочки той компании. Вот бизнес, если он того хочет, он может быть созидательным во всех отношениях. Это очень прикольно. Ну, какие у меня эмоции? Я вам сейчас, ребят, расскажу. И кое-что меня навело на мысль, а может быть, поделюсь именно с вами. Знаете, когда приходишь в магазин, в магазине на полке есть сотни вариантов бутылок вина. Но когда теперь я буду приходить в магазин, я буду искать именно эту бутылочку вина, которую я видел на этом заводе. Потому что я понимаю, что это благородное вино во всех его проявлениях. То есть я понимаю, насколько хорошо отнесся к своей истории владелец этого винного завода. То есть, понимаете, дела у винной корпорации пошли очень хорошо. Они стали зарабатывать достаточно много. На что они тратили свои деньги? На то, чтобы за границах покупать какие-то имения, на каких-то там телок, самолеты, дачи? Нет. Они начали тратить свои средства на возвращение своей целостности. То есть они выкупали у индусских семей замки, состояния, владения. Они по всему миру собирают коллекции, которые никому как бы не нужны. То есть, например, вазы в разрушенных имениях, например, те места, где они, ну, явно погибнут. То есть есть места, которые не охраняются, плохо охраняются. Они со всего мира скупают исторические артефакты, бережно их хранят и из-за всего не делают историю. Посмотрите, как они относятся к этому вину, которое они продают. То есть, понимаете, люди, когда начали зарабатывать, у них есть определенная доля. Они заработали, и им хватает. И со следующего момента они хотят возвращать исторические, архитектурные и другие ценности на свою родину, в свою страну. То есть люди, зарабатывающие деньги по всему миру, созидают этими деньгами и восстанавливают местную культуру, местную архитектуру. И придавая своему продукту большое значение. То есть мне это вино надолго запомнится. Я его с удовольствием приобрету сейчас и в последующем буду искать в своих магазинах. Я здесь был, мне нравится дух, я солидарен с владельцем. И это история, которую приятно вкушать на вкус. И я понимаю, что с качеством продукта будет тоже все хорошо. Так, сейчас мы находимся на дегустационном столе. И первый сорт, который вина нам принесли, это 2016 года. Он называется Верделхо и Бакалян. Сейчас мы покажем видео, как оно выглядит. Вот такая бутылочка. 13 оборотиков она имеет. Вот такое интересное горлышко, которое говорит о том, что оно оригинальное. И его подают в меру охлажденным. И употребляется она с морепродуктами или с белым мясом. А, все, что мясо белое, либо морепродукты, она применяется, так? Очень, ну, кстати, цвет. По цвету она такое, как... Ну, как белое вино. Я не чувствую особой разницы там. Вкусно. Да, прикольно. Но я думаю, что если бы она была не охлажденная, не было таких зачетов. Но они правильно подают. Ну, мне понравилось. Для белого вина это очень хорошо. Нету запаха этого спирта никакого. И, блин, чем-то даже похоже на березовый сок какой-то. Прям как водичка такая, да? То есть, по-моему, это очень вкусно. Дорожным полицейским отдельное спасибо. Португальским. Ну, нам на пробу принесли следующую вот такую бутылочку вина. И сейчас мы тоже будем пробовать. Как нам сказали, что она из трех сортов винограда. Название уже не запомнили, да, мы? Савиньон, каберне. А, савиньон, каберне, и что еще? И мушкетер. И мушкетер. Который у них самый знаменитый.
Вот, подается она к рису, к сыру, сыру. То есть, с рисом, и сыром. И паста, ну, любые пасты. И к пасте. Блин, ну не буду врать, мне она не очень. Не очень. На любителя, опять же. Во-первых, я чувствую здесь немножко спирта. А, как он говорит, вино должно стоять обязательно 12 месяцев в бочке. Но я не знаю, я спирта не чувствую. Ну я немного, вот я... Но у него спирт, вкус своеобразный. А сколько там граммов? Мне что нравится, что когда я его поболтаю, оно стекает так же, как подсолнечное масло. Для меня это о чем-то говорит. Смотри, как она, струйки до сих пор, да? Такими не волной, а точечками такими, видишь? Вот. И я не знаю, я почему-то прям чувствую спиртяшку. По вкусу чувствую, она мне не нравится. Сейчас, я не знаю, как она сыр, я не знаю. Да. Не надо. Так, нам притащили следующую бутылочку. Это называется мушкетел. Выглядит она таким образом. И если честно, это просто шедевр. Я уже это попробовал. То есть предыдущая бутылочка была, она была ни о чем, если честно. Okay, if you need anything, just say okay. Вкус у нее был, ну, скажем так, незачетный. Но эту вещь, я просто, во-первых, я понюхал ее, она от запаха просто сумасшедшая. Это такое количество, не знаю, миндаль или что это. Что это такое? Брат, нет, это вот местный сорт винограда, который называется, вот они называют его мушкетер. Да. И мускат. Вот это именно с него вино, вот это мускатное вино с этого вот элитного винограда. Потому что это их... топовый бренд. Да, вот надеюсь, вы слышите то, что Юра говорит. А с чем она подается? Оно подается с любой едой, до... Ну, нет, это аперитив. Это ты пьешь до еды или после еды. Угу. Вот эти вина подаются к еде, а это аперитив. Либо до, либо после. Это ничем нельзя сравнить. И если есть возможность ее купить, ее надо покупать. Единственное, я так понимаю, что именно потому, что мы блогеры, нам приносят немножко другое вино. Это видно, честно. Видно. И бутылочка этого вина стоит 50 евро там на входе, поэтому, конечно же, нам принесли зачетные вина, и такое вино нельзя купить за 5-10 евро, это факт. Это вино на примерно 50 евро, но сколько я видел на стенде? 39 евро бутылка стоит. Да? Да. Ну, 40, 39,95. И это просто шедевр, я не знаю, это очень круто. Это может быть, знаешь, на что похоже еще? Есть такое шампанское... которую мы брали, красное, как оно называется. Блин, ну это очень вкусное вино, прям очень вкусное. Это офигенно. Ладно, давай это не вино, это портвейн. Ребята, и лайфхак от нас, когда приезжаете, берите камеру и говорите, что вы тоже блогер. Тогда и у вас будут такие замечательные подарки. А то количество бокалов, которые дают нам, ну понятно, что может быть не всем дают. Значит, следующее, что нам притащили, это такая штука антиквиссима. И антиквиссима, это, Юра мне подскажет, что это? Это бренди очень. Вау. Вот это реально сильная вещь. Хорошая бренди, 10-летней выдержки. Ну, бренди я называю коньяком, коньяк называть можно только то, что произведено во Франции. Но, в принципе, моими мозгами это хороший коньячок. Это вот то, что делают вот с этого винограда, вот мушкетер. Это вот как бы вот дальнейший продукт вот этого вот вкусного вина. Но если в наших магазинах будет оригинальная упаковка, сейчас мы, кстати, узнаем, как отличить оригинальную упаковку от неоригинальной и оригинальную бутылку не от оригинальной. Я бы вам очень рекомендовал его. Это действительно тоже хорошая вещь. И из тех вин, которые мы здесь попробовали, не по вкусу было только одно. Вот нас здесь 6 человек, и у нас вкусы одни и те же, как бы. Это действительно очень сильная вещь. Это тоже штука рекомендованная. Просто я думаю, что до нас эти вещи доходят не в оригинальной упаковке, а это подделка. Ну, я не брал ее, конечно, но дай бог вот этот вид всем, то, что пьем мы здесь на наших столах, это очень вкусно, очень зачетно. Есть, конечно же, риск, что в ваших странах вы не получите оригинал, потому что, к сожалению, полячки научились их подделывать. Как вы получите оригинал или нет? Если вы берете любую бутылку на халяву, у нее с обратной стороны есть вот эта оригинальная марочка. Сейчас опять же скажу глупости от себя, да, но, конечно же, в ваших странах вы можете взять эту бутылку и не получить того кайфа, который получили мы. К сожалению, мне так кажется, что на территории
Польши научились подделывать практически все, и солярку могут залить в любую бутылку. Значит, как нам сказали, единственный лайфхак – это не должно быть плоского горлышка, а горлышко должно быть с выделением. Обращайте на это внимание, что у оригинальной бутылки всегда будет внутреннее горлышко. Следующий момент – вот эта марка. Вся этикетка, она является оригинальной. И только когда вот эту марку вы можете тереть и стирать ногтем ее. То есть она легко стирается, вот эта марка. То есть нанесение полиграфии на марку и на этикетку, они отличаются. И этим вы можете отличить оригинал от неоригинала. И также бутылочку. Бутылку, как правило, те, кто подделывают, всегда делают брови. Ну что ж, разумеется, мы приобрели немножко винишка, но на этом наше путешествие по Португалии не заканчивается, и мы отправляемся на следующую винодельню, и даст Бог, мы объедем все винодельни и расскажем о всех нюансах, о всех минусах и плюсах португальских винодельн. А на сегодня это все. Всем до следующих видео. Пока!